Снегопады не за горами. Жители Москвы уже обещают природные катаклизмы. В Чебоксарах к работе в зимних условиях готовятся полным ходом. Акция «Стоп сугроб» хорошо зарекомендовала себя в прошлом году. В этом сезоне столичные власти вновь рассчитывают на помощь общественности. Год назад в ходе акции «Стоп сугроб» в город-администрацию поступили сотни писем. Сейчас мэрия решила продолжить мотивировать управляющие компании качественнее чистить дворы. Отдельно собираются поощрить дворников. Кроме этого, планируется опробовать твердые противогололедные реагенты. В каждом районе города могут появиться снегоплавильные пункты, которые должны прийти на смену снежным свалкам. Но пока этот вопрос прорабатывается. На республиканском уровне также обсуждали подготовку к снегопадам. Противогололедные материалы заготовили в необходимом объеме.